До 1 сентября 2025 года в Ленинградской области планируется расселить 1076 аварийных домов, в которых проживает около 16,5 тысяч человек. Жильцов примут 67 новостроек. Только в 2019 году на реализацию программы переселения из аварийного жилья фонд ЖКХ направил почти 320 миллионов рублей, а бюджет 47-го региона – почти 205 миллионов. Понятно, что, значит, будем строить под это дело жилье. Будем строить новое жилье. Понятно, что будем старые бараки сносить. Надо думать, как уже сейчас эти площади использовать. Четверть расселяемых домов региона находится в Лужском районе. 255 зданий. Аварийные у нас не только дома, но и водопроводные сети. Для прохождения ближайшей зимы проводятся плановые предупредительные работы во всех районах области. Пополняются аварийные запасы материалов и оборудования. В планах водоканала постройка станции обезжелезивания и реконструкция скважин в Лужском районе в рамках программы «Чистая вода».